Еще одно страшное ДТП в Вишневом под Киевом. Автомобиль с иностранными номерами сбил мать с маленьким ребенком и 11-летнюю школьницу. Это случилось на остановке. Водитель выехал на тротуар, когда убегал от полиции. А погоня началась после того, как злоумышленник не остановился по требованию полицейских. Полуторагодовалый ребенок сейчас находится в Ахмадете, остальные пострадавшие в больнице в Вишневом. Водителя и пассажиров задержали, они оказались гражданами Грузии. Один из них под следствием за кражи барсеток. Патрульные полицейские подошли до этого автомобиля, который стоял на светлофоре, постукали в віконце, хотели проверить у них документы на цей транспортный засіб. Водій натиснув на газ и швидко рушив з місця. И потом поїхали по тротуару. І наїхали на людей, які стояли на зупинці. Попередньо можемо сказати, що знаходились пасажири, громадяни Грузії, в автомобілі під дією наркотичних речовин.